Вчера православные верующие отметили Пасху. Национальное телевидение вело прямую трансляцию ночного богослужения из Покровско-Татьянинского собора. К началу ночной пасхальной заутренней спецрейсом из московского аэропорта Внуково был доставлен благодатный огонь, сошедший в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня. Лампада с огнем была вручена митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. От этой лампады святой огонь получили все верующие, пришедшие помолиться в собор в пасхальную ночь. Все желающие смогли принести частичку пасхальной благодати в свои дома. Александр Гаврилов, Республика.